Со страхом Божиим и верою приступите. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Великом святы истины, приятном, Духа Небесного, обретатом, верой истинною, нераздельной Троице, поклоняется. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С миром изыди. Помолимся. Господи, помилуй. Благословляя и благословящий Тя, Господи, и освящая на Тя уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави божественную Твоею силою и не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим священникам, богохранимей стране нашей и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Сыну и Святому Богу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.